Всем привет, друзья! Ну что, будем готовить мясной хлеб ветчинный. Ну или если совсем-совсем просто говорить, будем делать ветчину в духовке. Очень вкусное блюдо мясное. Для завтрака, для всего вы просто вот перестанете покупать эту непонятную ветчину в магазине. Для изготовления мясного хлеба ветчинного нам будет нужна говядина, свинина полужирная. Ну, в моем случае я еще добавлю бекон, специи. Говядину, свинину на мясорубочке прогнать хорошенечко вот таким вот макаром. И сейчас с вами будем делать фарш. Итак, друзья, приступаем к нашему фаршу изготовлению. Еще раз говорю. Вот она, видите, говядина. Вот она, свинина. Именно такая полужирная, да? Значит, я сразу сюда добавляю специи. Что это у меня будет? Значит, соль. Сразу говорю. На 1 килограмм фарша 30 грамм соли. У меня здесь полтора, поэтому 45 грамм. Перец черный. Перец красный острый. Кориандр молотый. И чеснок. Ну, здесь все, грубо говоря, на кончике чайной ложки, да, там буквально чуть-чуть. Всего по чуть-чуть. Не любите остренькое, не добавляйте. Я люблю перчики, я добавляю. То же самое и чеснока касается. Все это дело я добавил. И еще добавляю одно куриное яйцо сюда. Блин. И все это дело начинаем замешивать. Мешать надо долго, тщательно, чтобы получить хорошую однородную массу фарша. Кто хочет, может добавить буквально 20-50 миллилитров молочка. Но я этого делать не буду. Все, делаем фарш. Мешаем, мешаем, хорошо мешаем. Все, смотрите, фарш у меня готов, видите? Все однородненько, все классно. Значит, смысл дальше какой у нас? Я его оставлю в холодильнике на полчаса. Пусть он у меня полчаса побудет в холодильнике. Скажем так, напитается специями, да? И дальше буду укладывать вот в такую вот формочку. Вот. Мы же делаем не просто ветчину в духовке, а мы делаем мясной хлеб ветчинный в духовке. Кстати, чуть не забыл. Форму буду смазывать свиным жиром. Рекомендую не подсолнечным маслом. Ну, можно подсолнечное растительное масло, это все понятно, но свиной жир, ребята, это самое-самое, что вот бабушка прописала. У кого нет, возьмите сало, вытопите, и будет вам песня. Это ж свиной жир, картошечка, мясо пожарю. Это просто бомба. В общем, много слов. Фарш в холодильник на полчаса. Тем временем, сейчас смажу формочку и подготовлю ее бекончиком. Все вам покажу. Ну вот, видите, жирок я растопил. И теперь хорошенечко промазываю ним форму. Эй, неудобно одной рукой и снимать, и промазывать. Но в любом случае промазываем хорошенько и буду потом укладывать бекончик. Итак, смотрите, формочку мы смазали свиным жиром хорошенько. Потом выложил вот так вот бекон. Видите? Вот таким вот макаром уложили в форму бекон. Теперь берем фарш. Он у нас побыл уже полчаса в холодильнике. И теперь нашу форму заполняем фаршем. Но единственный момент. Надо его утрамбовать. Понимаете? То есть не просто, а трамбуете. Чтобы у нас полностью вот так вот прям хорошенечко трамбуем фарш.
Это обязательно, иначе будут дырки. Зачем нам дырки в хлебе, в ветчине? Не нужны. Поэтому укладываем вот хорошенечко и подтрамбовываем его. Все, видите, фарш я утрамбовал. Вот у меня в эту формочку вошло как раз 1,5 килограмма. Так что у меня будет 1,5 килограмма мясного хлеба. Ну или очень вкусной ветчины. Итак, смотрите, дальше беру и запаковываю. Видите, вот так вот наш хлебушек. Опа, родиночкой. Но это еще не все, ребят. Кстати, духовку я поставил уже разогреваться. Температура в духовке будет 150 градусов. Поэтому запекаем при 150 градусах. Смотрите, какая прелесть. Ребята, я вам сразу говорю, делайте, делайте. Ребята и девчата, а также их родители, делайте вкусную ветчину, мясной хлеб ветчинный. Хватит есть всякую гадость из магазина. Делайте сами. Купили мясо, вам перекрутили. Бац-бац, тыц-тыц, и все готово. Ну, смотрите, какая красота. Смотрите, какой хлеб мясной сейчас отправится в духовку. А вы все в магазинах берете, всякую дрянь непонятную. Делайте, делайте вот такую вот вкусную ветчину в духовке. Радуйте близких мясным хлебом. Духовочка моя готова. Внутри у нее 150 градусов. И сейчас заряжаю ветчину в нее. Все. Итак, смотрите, какая красота. Отправилась в духовочку. Будет мясной хлеб ветчины или ветчина в духовке. Как угодно говорите, но это просто вкуснятина, которую вы должны обязательно сделать и попробовать. Все. Смотрите, значит, что касается времени. Видите, у меня 1,5 килограмма. У меня в духовке при 150 будет 120 минут. Все. Вот пока разогревалось тут 0,12, все, засекаю. Поехали. Ну вот, хлебушек мясной ветчины запекается. Давай, 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 давай. Жду. Жду тебя. Смотрите, пока хлебушек запекается, я подготовил белок одного куриного яйца. Для чего? Покажу потом. Как хлебушек достану. Прошло у меня 120 минут. Или час 20. Теперь надо достать. Из формы вынуть. Обмазать яичным белком. И отправить назад, но уже при 170 градусах, на 30 минут. Так, вот он наш красавец из формы. И сейчас я его смазываю яичным белком. Хорошенечко. И отправляю в духовку при 170 градусах на 30 минут. 170 градусов. Хлебушек промазан яичным белком. Все, 30 минут. И будет вкусно. Готова ветчина. Мясной хлебушек. Ветчины в беконе. Смотрите, какая красотища, какая прелесть. Ну что, самое главное теперь, он должен остыть. При температуре 6-12 градусов. И я его буду нарезать. Приготовился, прожарился. Что ж еще надо? Надо, чтобы он остыл. Потом надо налить рюмочку и продегустировать. Это будет очень-очень вкусно. Ветчина остыла. Берем вот такой нож хлеборезку. И открываем.
открыть. Смотрите, какая прелесть. Это ветчина, это хлебушек ветчины. Вот так вот нарезается. И вот так вот кушается, смотрите. Какая прелесть. Делайте, пробуйте. Очень вкусно. Вкуснотища. И смотрите, как в любом свежем хлебе. Нажали, а он возвращается, дышит. Эх, ребята, это вкуснейшая ветчина. Мясной хлеб ветчинный. Классная штука. Делайте. Рекомендую.